Привет, друзья! Добро пожаловать в очередное видео с покупками и посылками. Мне кажется, что это вторая часть этого видео, и передо мной стоит прямо несколько коробок, не знаю, с чего начать. Начну с самого верха. И это две коробки от марки Zeitun. Они мне несколько раз попадались в коробочках красоты, и я, мне кажется, не пробовала из того, что мне попадалось. Вот. Ну, в общем, я с удовольствием попробую, что тут есть. Итак... Так, сначала я вижу маленьких крошек. Первое – это освежающая, увлажняющая маска для лица, потом очищающая маска для лица, потом восстанавливающая ночная маска для лица. Дальше еще две крошки – это мерцающее молочко для тела. С афродизиаком? А сегодня суббота? Так, дальше здесь есть две сыворотки. Одна – это сыворотка для глаз, вторая – очищающая с AHA кислотами для лица, я полагаю. Небольшие подойдут для поездок. Нет, ну то есть для глаз это более чем достаточно. Да, вот она. Потому что как много средств для глаз вам нужно? Ну, в смысле, для век, для кожи вокруг глаз. Дальше здесь есть вода иланг-иланга, вот как она выглядит. Гидролат иланг-иланга – средство для ухода за кожей и волосами. Способ применения – распылить на кожу и волосы с расстояния 15 сантиметров. Пахнет вкусно. Мне нравится запах иланг-иланга, поэтому прикольно. Дальше здесь есть очищающее молочко для лица, вот такое. Также как бы формат, который подойдет для путешествий, потому что он относительно небольшой. А дальше здесь есть крем-сос питательный Гиза для поврежденной и очень сухой кожи. Так, давайте откроем его. Упаковка, конечно. Так, вот он. Упаковка такая красивая, я просто чувствую себя принцессой Жасмин, когда я все это открываю. И что-то в этой упаковке пахло, в смысле, в этой коробочке, пахло, знаете, такими восточными специями и травами, и благовониями, прям напоминает мне о родине. Что же у нас во второй коробке? Они такие красивые! Так, что это у нас? Первое – это скраб для тела. Very rich. Вот он. Пахнет восхитительно. Пахнет миндалем. Наверное, потому что он, собственно, с миндалем и маслом карите. Восточные упаковки такие красивые. Кстати, эта косметика сделана как бы... Как это правильно сказать? Как бы халяль соблюдает условия... Халяль. В общем, как бы ей можно пользоваться мусульманам, потому что она соблюдает халяль. Я не знаю, как это правильно сформулировать, но я думаю, вы поняли меня. Так, дальше здесь есть крем для тела, также с маслом карите и миндалем. Упаковка большая, то есть хватит надолго, и это отлично. Сейчас, когда снова холодная погода, вот такие вот очень глубоко увлажняющие средства для тела – это то, что нужно. А дальше здесь есть гель для душа, также с карите и сладким миндалем. Упаковки дают мне жизнь. Они, насколько они вообще красивые? Так, давайте попробуем еще аромат. Да, пахнет миндалем. Так вкусно. Такой вкусный аромат. Причем аромат как бы изысканный, то есть не... химозный такой ароматизатор, а изысканный аромат. Сколько красоты. Дальше. Так. Это у нас Нивея. И это сухой шампунь для темных волос. Что просто идеально для меня. У меня темные волосы. И если у вас также темные волосы, вы наверняка сталкивались с проблемой, что многие сухие шампуни оставляют такой беловатый, как бы, налет на волосах. И когда вы брюнетка, это очень заметно, и это иногда очень сложно вычистить. У меня в буквальном смысле была пара сухих шампуней, вот которые оставляли такой белый налет, который было невозможно вычистить. Он оставался. Это было прям как бы вау. Сьез. Вот, поэтому я очень рада, что есть сухой шампунь для темных волос. Я очень рада его попробовать. Я вам расскажу, как он как бы пойдет. Я боюсь его носить сейчас, потому что вдруг... Нет, ладно, окей. Мы пробуем это.
Мне кажется, что белого осадка нет. Я волосы только что помыла, поэтому не то, что мне был нужен сухой шампунь, но он придал объем. Вы, наверное, это видите, да? Так, отлично. Хорошо, он не оставляет белого следа, и он добавляет объем, поэтому уже как бы себя неплохо зарекомендовал. Ну, как бы первые впечатления. Так, дальше. Это посылочка от только тебе РФ, и внутри нее цитата Федора Михайловича Достоевского. Потому что, как бы, мы культурные барышни. Она звучит: «Красота спасет мир». Мне нравится Достоевского в упаковке с косметикой. Мне кажется, что, как бы, это добавляет... В общем, мне это нравится. Так, здесь есть новые туши от Эстрады. Первое – это Lala Lashes. Если вы смотрели соответствующий фильм, вы понимаете аналогию. Вот какая у нее кисточка. Вот она. Эта тушь должна быть как бы добавляющая объем. Вот, я ее еще, соответственно, не пробовала, потому что я только распаковываю это все. То есть, как бы, как, я распаковывала эту коробочку просто, чтобы посмотреть, что внутри. Вот, поэтому я знала, что внутри. Вот, но эта тушь объемная, для объема я ее еще не пробовала, я ее пробую с вами. Видео с новой косметикой. Я только что для вас сняла, кстати, видео с новой косметикой, ну, как бы пробую старые фавориты. Я не знаю, это видео уже на канале или будет скоро на канале. Если да, то я кину ссылку в описании к видео. Вот, ну, в общем, да, скоро буду снимать для вас еще видео очередное с новой косметикой, и там эта тушь у нас, безусловно, будет. А вторая, она называется Инстинкт, она вот так вот запакована, поэтому я ее не буду открывать. И это удлиняющая тушь, я про нее почитала, и у нее силиконовая кисточка, вот все, что я люблю. Да, так что ее мы тоже берем. Упаковка классная, такой розовый леопард и цветы, и просто как бы вау, да, очень много всего сразу. Дальше. И это абсолютно новые для меня вещи. Я просто как бы, что это? Это тоже Эстрада. И это как бы мерцающий топпер для ресниц. То есть это как мини-тушь. Сейчас я вам открою, продемонстрирую. Вот. У нее маленькая кисточка. И тут внутри блестки. И вы их как бы можете нанести на ресницы и получить блестки. И я просто как бы... Это очень новая концепция. Очень необычная. По крайней мере, я... Мне кажется, я видела похожие туши там типа вот... В нулевых? Что-то такое. То есть в последнее время я точно такого не видела. Я была очень удивлена. Я такая, что это вообще такое? То есть есть золотая, есть серебряная и есть голография. Они выглядят очень прикольно. Я думаю, что золотую можно будет использовать для, знаете, какого-нибудь пинап макияжа. Что-нибудь вот такое. Вот, серебряную для более готичного макияжа. Типа, королева проклятых. Когда все такое, знаете, в холодных тонах и очень мрачный такой темный макияж глаз. Мне кажется, что она добавит... изюминки. Вот, а голографическая, мне кажется, идет подо все. Ну, как бы не подо все, не на повседневной основе. То есть я не думаю, что я в офис смогу носить это, хотя как бы почему нет. Но, в общем, для какого-то более универсального макияжа. Я что-нибудь придумаю, мы, безусловно, с вами этих малышек попробуем какое-нибудь видео с новой косметикой. Просто потому что, как бы, это прикольно, это что-то очень новое и очень необычное. Я на самом деле, вот их я очень хочу попробовать, потому что это что-то, чего я раньше не пробовала, и я очень заинтригована их попробовать. А, так, дальше у меня есть посылка от Фаберлик. Мы сейчас ее откроем. Так. Та-дам. Первое. Пища. Пища. Так, полезные продукты. Крем-суп бобовый с копченой паприкой. Я очень хотела пробовать, потому что, как бы, интересно для меня, что это вообще такое. Вот, люблю суп. Я очень люблю подобные продукты, потому что их быстро и легко приготовить, и это как бы хорошо. Дальше здесь есть зубная паста, экстра свежесть. У меня уже была такая зубная паста, она закончилась, и она мне очень понравилась. Она на самом деле хорошо освежает, хорошо чистит. Вот прямо она классная, поэтому я ее заказала снова. Она мне очень-очень понравилась. Потом я взяла в очередной раз, 20-й или там не знаю какой, влажные салфетки для макияжа. Я ее всегда беру с собой в поездки, и я ее всегда перезаказываю, потому что я всегда езжу в поездки с ними. Смотрите, они довольно компактные. Как бы, если вы с ручной кладью, это не добавляет вам жидкости, и они, то есть одна салфетка убирает весь мой макияж, а я сильно крашусь. Вот, поэтому как бы прям класс. И это дорожная косметичка для всяких жидкостей. Смотрите, сколько в ней места.
смотрите, сколько в нее можно положить. То есть смотрите, сколько в нее можно положить, и все, во-первых, вы это можете повесить в гостинице, все на виду, потому что оно прозрачное. То есть мне кажется, это настолько удобно, тут много разных отделений, ничего не будет путаться, вы легко найдете абсолютно все, что вам нужно. Вот, и новый каталог. О, он черный, как моя душа. Так, новая одежда. Блин, все осеннее, темное и прекрасное. Я скоро опять крашу волосы в более темный цвет, перехожу снова на темную сторону. И Фаберли, как почувствовали, такие типа, да, у нас есть все темное и мрачное для тебя. И я просто, да, класс, отлично. Так, я иду смотреть, что тут есть. Так что спасибо вам большое за просмотр, я надеюсь, что вам понравилось. У меня на губах, я не могу найти эту помаду, где она? Вот, это Dior Edict, оттенок 651 Wonderful. Она такая красивая, я так люблю вот такие персиковые оттенки, я просто как бы, милота. Вот, в общем, это она, это один из моих старых фаворитов, я так рада, что она снова в моей жизни, это... Абсолютнейшая красота. Вот, это все. Спасибо большое за просмотр. Хорошего дня, прекрасного настроения и пока-пока.